Приветствую всех на своем канале, и уже давно от меня не было никакого видео, а все потому, что после приезда с России нас скосила болезнь, недомогание, хандра, и мы поочередно болели. И пользуясь моментом, я решила снять для вас видео о том, какими народными методами пользуются арабы, пользуется амна, то, что испробовано на нас самих, на детях, что помогает в период инфекционных болезней, общих организменных недомоганий, хандры, плохого настроения. Речь будет идти о самой частой неприятности зимы – это острые вирусные респираторные заболевания. И параллельно с медикаментозным лечением именно за эти средства народной медицины мы будем в первую очередь хвататься, потому что помогают, облегчают и практически исцеляют. Первое средство – это редька с медом. Уверенно известно многим. Амна рассказывала, что их мама частенько прибегала к этому средству, чтобы лечить кашель у детей. В редьке вырезают полость, туда добавляют 2 столовые ложки меда и настаивают. Выделившийся сок используют как сироп от кашля. Очень эффективное и вкусное средство. За счет чего он эффективен? За счет того, что в соке редьки содержатся естественные эфирные масла, активные протеины, которые обладают муколитическим, то есть мокроторазжижающим действием и антибактериальным эффектом. Также помогают справиться с болезнью чаи из смеси трав, которые растут у нас в саду. Герань душистая. Этот кустарник растет у нас просто для декоративных целей. У него очень красивые фиолетовые цветочки. Однако по надобности мы используем ее листья для заваривания чая. Сами по себе они обладают очень сильным выраженным парфюмным ароматом, но я люблю заваривать его в смеси с другими травами. Например, вот с этой травой называется она Луиза. Или вербена лимонная, так ее называют по паспорту. Секрет ее силы, так же как и у герани, в эфирных маслах. Она обладает общеукрепляющим, общетонизирующим действием. Это растение активно используется в гомеопатии и, поверьте мне, очень сильно успокаивает нервную систему. Если вы понюхаете хоть один листочек этой луизы, вы почувствуете бодрость, счастье и покой. У листьев очень выраженный лимонный аромат. Вы знаете, где цитрусовые, там всегда счастье. Наш верный друг и товарищ – душица или орегано. Ее используют не только в кулинарии, но из нее получается отличный чай. Ей приписывают очень много лечебных свойств не только на дыхательную систему, но и на другие системы организма. Часто люблю использовать лемонграсс или лимонную траву. Из названия можно понять, что она обладает очень выраженным лимонным ароматом, также обладает общеукрепляющим, общетонизирующим действием, мягким бактерицидным действием, лечит насморк. И вообще очень вкусный чай из нее получается, поэтому мы любим. Также в котел отправится шалфей. Он известен всем. Его используют уже веками, поэтому он тоже идет нам на пользу. Для меня запах чая шалфея очень сильно ассоциируется с вот нашей местной арабской поликлиникой, израильской арабской поликлиникой,
потому что медсестры, арабки, приносят из дома либо сушеную траву, либо живую, вот зеленую траву, и заваривают себе чай. И рядом с рабочим местом у них всегда очень вкусно пахнет, потому что стоит вот этот стаканчик с чаем. Шалфеем возле докторов обычно не пахнет, потому что с врачебной деятельностью здесь нужно что-то покрепче. Кофе, я имею в виду кофе. Итак, возвращаемся к нашему снадобью. Мы с вами собрали все, что нужно. Теперь давайте заваривать чай. Она любит пить только шалфей, поэтому я завариваю ей отдельно. Есть одно средство у арабских женщин, которая очень эффективна при болях в горле, особенно когда начинается воспаление, боли при глотании, то они заваривают веточку розмарина и буквально столовую ложку семян гвоздики. Это средство очень эффективно и проверено мной, и я его предпочитаю больше, чем пить несколько литров чаев, потому что один стаканчик этого снадобья дает практически моментальное облегчение. Эфирные масла гвоздики обладают бактерицидным, фунгицидным действием. Эфирные масла розмарина обладают легким противовоспалительным эффектом. Ну а вместе это хорошая ударная сила против болезней. Следующее средство уж очень популярно в арабских семьях. Это смесь кунжутной пасты или тхины и сиропа рожкового дерева. Амна готовит эту смесь для себя, поэтому игнорируйте манипуляции с пальцем. Ну и какая же польза в этой смеси? В кунжутной пасте содержатся очень важные микроэлементы – селен, цинк, которые играют важную роль в иммунитете. В сиропе рожкового дерева содержатся дубильные вещества – они помогают облегчать боли в горле и снимать воспаление. Поэтому сироп рожкового дерева входит в состав многих противокашлевых, обезболивающих спреев и сиропов, которые так эффективно применяются у детей. И по сути, смешав два ингредиента, у нас получилась жидкая халва. Конечно, есть противопоказания. Однако это очень вкусное лакомство. В зимнее время и в период заболевания
Арабы чаще всего готовят легкий чечевичный суп не на курином бульоне, а на основе воды, лимонного сока и оливкового масла. Чечевичный суп, он является легко усвояемым. В нем много полезных микроэлементов, которые так важны организму для борьбы с болезнью. Кушайте с удовольствием. Кстати, рецепт этого супа у меня уже есть на канале, я ссылку оставлю внизу. Пожалуй, закончу свое повествование на этой утвердительной, счастливой, жующей физиономии. Болезни позади, поэтому я постараюсь снимать для вас видео в обычном режиме. А пока я прощаюсь с вами. Обязательно подписывайтесь на мой канал, обязательно оставляйте комментарии, ведь я прочитаю их все. Огромное спасибо за просмотр. Не болейте. Всем пока.